Ya es conciso. Назад, самый малый. Господа, прошу не волноваться. Пассажирам первого и второго класса предлагаю занять каюты. Остальные не сходите с своих мест. Давай. Обыск. Кого ты ищешь? Безобразие. Дети, пойдем. Тьфу! Чтоб вони сказались. Кого они шукают? Да тут недавно батраки помещи экономию спалили. Кажут, який збіглий матрос Потьомкина народ бунтує. Так от зараз вони скрізь шукають і ловлять того матроса. Пап, я хочу на палубу. Видиш, нельзя. Сядь как следует. Павлик, а где копилка? Ну, мне скучно. Человека на носу экзамены, а ему скучно. Учи стихи. Ну, я уже выучил. Вот нарочно возьми да спроси. А ну, говори. С выражением? Ну, говори с выражением. Белеет парус одинокий, стихотворение Мэйю Лермонтова. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он? Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Кажется, недурственная Денька, а, Павлик? Хорошая Денька. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Ну, кушай, Павлуш. Как? А? Очень вкусно. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Фантазик. Дальше, дальше. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный. Кто такие? Дачники. Мало что дачники. А кто такие дачники? Покаж паспорт. Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Я преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей. Это мои дети, Петр и... Павел. А вы, грубьяны, невежа, и убирайтесь отсюда вон! Виноват, ваше выражение, обознался.
можете отправляться. Слава богу. Поехали. Жандармы остались на берегу. Павлик. А там дядя. Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит. Ну, где же птичка? О, господи, какой ты глупый. Так вот же она, вот. Нет птички. И вновь. Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами. Где же птичка? Покажите мне птичку. Билет. А, пожалуйста. Виноват. Виноват. Эскадра на горизонте. Папа, Потемкина ведут. Где, где? Позвольте, пожалуйста, ваш сынок. Который Потемкин? А вон посредине, с тремя трубами. На буксире ведут из Румынии. Шабаш. Чего ж они родимые взбунтовались?
Очень просто. Деньги казенные ограбили. 120 тысяч. А ты что при этом был? Шкура! А борщ с червями ты ел? А по морде тебя офицеры били? Жуков. Чего Жуков? Ну, что скажешь, Родион Жуков? Приехали. Потемкина. Не трожь! Стой! Не трожь, говорю, морда! Стой! Держи! Держи! Держи, уйдет! Держи, держи! Стой! Показывайте меня людям. Я матрос. Сховайте где-нибудь. А то повесят. Ей-богу, правда. История. Thank you.
на ровную счету 2 сотни. Так, значит, по 30 копеек сотня, 60 копеек. Ну, вы мне еще должны рук 40, значит, еще взвод 80. Так и скажешь, дедушки. Забирай корзину. До свидания. Потом стороженка. Бычки, бычки, бычки. Рыба живая, живая рыба. Рыба живая, живая рыба. Смотри! Здорово, Петька. Ой, Гаврик, что только с нами было на проходе, ты себе представить не можешь. Понимаешь? Иди сюда. Тогда этот Гаврик дарит его зонтиком по морде. Честное благородное слово. А тот как заорет на весь проход. Стой, стой! Может, мне наплевать в глаза, если я брешу. Ладно, ладно. Только не тарахти так громко. Тогда этот как скочит на перила, да как бы, бросится в воду. Бабах, а сколько брызги полетели? Высокий, до 4-го этажа, чтоб я пропал. А этот был какой? С якорем на руке, что ли? Вот тут. Ну да, ясно. А ты откуда знаешь? Ну, не видал я матроса. Я кидаю. Моя близость. В ушки играем. Пойдем? Как это в ушки? Пойдем, ночью. Значит, ничего такого у вас вчера не произошло. Как будто ничего. А я слыхал, что вчера здесь против берега какой-то человек с парохода упал. Ничего не знаете? От вас первого слышу. Однако странно. Никто ничего не знает. Мальчик, ты здешний? Тутушний. Рыбацкий? Рыбацкий. Так подойди, черт, не бойся, подойди. Эх ты, рыбалка. Тебя как звать-то? Гаврик. Кто, Гаврюха? Угу, Гаврюха. Вот что, Гаврюха. Хочешь выстрелить? Дяденька, а вы с меня не смеетесь? Ну что ж, не доверяешь? Вот, пали. Из чего предпочитает стрелять молодой человек? Из пистолета или из ружья? Из Монте-Кристо. Ну что ж, пали.
Знаете что, дядя? Я лучше не буду стрелять. Я все равно уже поцелился. А вы лучше меня угостите зефирской сиропом. Вам же дешевле обойдется. Ничего не имею против. Что, Петенька? Что, миленький? Папа, дай мне 5 копеек. А для чего? Мне очень нужно. Но ты все-таки скажи. Я же должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. Я куплю себе шоколадку. Шоколадку? Прекрасно. Против этого трудно что-нибудь возразить. Выбирай. Спасибо, папочка. Ну что, Заврюх, понравилось? Спасибо, дядечка. Правда, такой вкусный нету. Ну, я думаю. Слушка, что хочу тебя спросить? Вы вчера рыбачили? Рыбачили. И пароход Тургенев видели? А как же? У нас чуть весь перемет колесами не покалечил. А с парохода никто не прыгал? Нет. Ах да, прыгал. Он как прыгнет, а брызги как полетят во все стороны. Он как поплывет на размашку. Постой, 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 постой. Да ты брешешь. Ей богу не брешу. И то есть винный крест. А куда же он потом делся? Потом? А потом его Шаланда подобрала. Здешняя? Нет, из Дорфа. Такая вся синяя-синяя. Наполовину красная. От паруса. И название лодки заметил? Как же, заметил. Соня. Соня? Прекрасно. А ты не врешь? Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видать. Ну, смотри. Машина. Огонь. Где тут одесский комитет? Пустите меня в комитет. Не стреляйте. На вас к черту. Все сапоги постреляете. Дядя. Дяденька. Да вы не бойтесь, дядя, это я. Дяденька, это вы вчера с парохода Тургенев прыгали. Тут про вас один выспрашивал, усатый, наверное, из сыскного. Дядя, куда вы? Вы же больной! Пусти, пойду. Да вы не бойтесь, дядя. Усатого я обманул. Я его куда послал, а сам Элюздор. Ложитесь, дядя.
бабушка. Ну что, отдала на деньги? Деньги? О! Скажи спасибо этому дурню, чудотворцу. Помолись ему, старому хрену, чтобы лопнул. Наловить крупных бычков это он может. А вот цены подходящие сделать на базаре, так нет его. За такого бычка 30 копеек за сотню. А? Где же это видно? Святой истинный крест, кого хочешь спроси. Весь привоз видел, как я наплевал этой страженке в пораные очи. Не трожь его, дедушка. Пускай отдыхает. Спит. И ничего не чует. Эх, матрос, матрос. Неважное твое дело. Слухайте, дедушка. Матрос все про какой-то комитет беспокоился. Пойду-ка я до Терентия. Он в этом деле лучше нас разберется. Пойди, внучек, пойди. Свои. Это для тебя братик пришел.
А это кто? А это Петька с канатной. Учителя мальчик. Свой, ничего. А где ж те башмаки, что я тебе на Пасху справил? Что ты все равно как босяк ходишь. Где те башмаки? Ах ты, босявка, босявка. Ну, пошли. Бастуешь? Угу. Так-так. Чего пришел? Посмотри, кто пришел. Гаврик пришел. Скажи дяде Гаврику. Здравствуйте, дядя Гаврик. На. Возьми, Женечка. Возьми ручкой. А это Петька с канатом. В гимназию поступай. Пойди поиграй с ним, Модя. А Женечку отдай мне. Да ты не бойся, он не будет драться. Мальчик, хочешь, я вам покажу русско-японские картинки? Покажи. Смотрите, мальчик, япончики. И япончики, а япошки. Ага, так тебе и надо. Рисуйся, рисуйся. Рисовайся, рисовайся. Слышь, Петька, как звать того матроса? Какого матроса? Ну, который с Тургенева прыгал. А, Жук, Родион Жук. Отстань от нас, мы играем. Мотя, зови своего кавалера Кулеша кушать. А то они, наверное, голодные. Мальчик, хочешь с нами кушать Кулеша? Мерси. Сережа! Куда ты? Дело есть. Ничего, дядя, сидите. Это наш Терентий пришел. Здорово, деда. Вот, получай, парус тебе принес, как обещал. Парус. Встретил я Гаврика. Дай, думаю, заскочу до своих родичей. Да я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате. Здравствуйте. Утопленник наш. Слышал, слышал. Родион Жуков? Допустим, Жуков. А вы кто такой? Я Терентий. Могу тебя свести до комитету. Можешь мне верить. А чем вы докажете? Илья Борисович! Пойдите сюда на минутку. Помню этого товарища. Он стоял в карауле у тела Хлюнчака. Вы там были, товарищ? Факт. Ну вот видите, стало быть, я не ошибся. Не теряя время, переодевайтесь. А то, мне кажется, за этим домом слежка. Гаврик,
А ну, проверь. Нелегально прячешь? Никак нет. Скажи, кто у тебя только что был? Не могу знать. Ах, ты не можешь знать. Молчать! Кто здесь был? Не могу знать. Свобода!
неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов. Собственной его величеству рукой подписано Николай. Да, свобода собраний. А попробуй мы, а не нас шашкой по черепу. Не скопляйтесь, я говорю. Мы не скопляемся. Самообороны. Видите? Гаврюха! Дедушка!
Откуда вы, дедушка? Александровский участок разгромили. Вот что, Гаврюк, иди с дедушкой на Малый Арнаутск, номер 15. Там спросишь Иосиф Карлович. Ему скажешь. Софья Петровна прислала узнать, получили ли письма из Николаева. Чуешь? Чую. Он тебе ответит. Уже 2 месяца нет писем. Тогда ты ему скажешь. Прислал, мол, Терентий за орехами. Возьми у него этих орехов побольше. Орехов? Орехов. А потом с теми орехами иди сюда за угол. К зубному врачу. Мы там ждать будем. Чуешь? Чую. Старика нашего пускай Иосиф Карлович пока к себе возьмет. Ну, главное, про орехи не забудь. На, бери свои пуговицы. Пришей, а то отец заругает. А долг после отдашь. Ничего. Беги. Дедушка. Дедушка, у вас болит? Отбили. Чисто все печенки отбили. Куда вы, дедушка? На ближние мельницы. Туда нельзя. Пойдемте в другое место. Здесь живет Иосиф Карлович. А что надо? Отворите, дядя. Ну, я, Иосиф Карлович. А что ж дальше? Здравствуйте, Иосиф Карлович. Пришла до вас Софья Петровна узнать, чем вы получили письмо с Николаева. Уж 2 месяца нет писем. Такая уж, знаете, неаккуратная дамочка. Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, посещали иногда мое заведение? Какой приятный случай. Зайдите, пожалуйста. Дедушка! Отнесите это Терентию. Только будьте осторожны. Город оцеплен войсками. Ну. Куда? Дядя, дяденька, пропустите. Мне только до аптеки. Шел. Бежи к своей маме. Брось.
На, получай долг. Только тут не хватает еще 17 копеек. Знаешь что, Гаврик, не будь вредным. Одолжи мне ужик в последний раз. Я сейчас отыграюсь и тебе отдам. Ну нет, хватит. Не шмасы. Ну, честное благородное слово, завтра непременно отдам. Последний раз. Нет, ждать больше не желаю. Теперь я что хочу, то с тобой и сделаю. Пока весь долг не отдашь. А ну, вноси ранец. Зачем ранец? Знаю, да. И шинель надень. И фуражку с гербом. А ну пока что. Ничего, места хватит. Надень. Ты что, кошек наиграл? А то нет. Теперь будешь на меня работать. Мои ушки таскать. А ну иди за мной. Только не отставай. На ту сторону. Мы с господином гимназистом живем вон в том сером доме. Его мама, наверное, сильно беспокоится. Видите, как он сильно испугался. Даже слова сказать не может. Валяйте. Только поосторожней. Черта не осталось. Ну, пускай его скажет, еще присылает. Тащите что-нибудь. Наконец-то! А это что за молодой человек? А это Петька с канатной. Свой, ничего. Кладите сюда, в ранец.
Ну, пошли. Не пойдем. Там ходит тот самый черт, который мне ухи крутил. Смотри. Усатый. Шкура. Он меня знает как облупленного. Ни за что не пропустит. Повезли. Слышь, Петька, понимаешь, они там и сидят, и даром дожидаются. Их там всех перестреляют. Чуешь, что я тебе говорю? Чую. Сможешь пройти один? Не взлетишь? Чуешь? Чую. Куда прешь? Не видишь, что ли? Дяденька, пожалуйста, пропустите. Мы живем тут недалеко, в сером доме. Папа очень беспокоится. Наверное, думает, что меня убили. Жаль. Студент. Кричишь? Принес? Давай сюда наверх. Туда! Ну что, принес? Принес. Давай, давай. Ну? Все. Нет, еще вранцы. Ну-ка. Молодец, мальчик. Ай, спасибо. А еще гимназист. Чего, Жуков? Да я ж узнаю, вы на пароходе от Усатого убегали. Товарищи, патроны! Остались?
гимназисту. Давай, текай, текай. Тереша, не отставай. А ну, товарищи, лечь по одному. Раненый вперед. Давай. Наконец, голубчик. День рождения. В городе стрельба, папа беспокоится. Ничего, скоро все уладится, пойдешь в гимназию, нахватаешь двоек. Вот сразу и легче станет на сердце. А? Ах, папа, ты совсем ничего не понимаешь. Ну вот. Thank you.
Что это значит? А где же денежки? Нету денежки. Папа, нету денежки. Что это значит? Папочка, честное благородное слово. Негодный мальчишка! Сорванец! Я знаю все! Ты играешь в азартные игры! Где эти чушки-душки? Как их там? Ушки! Ушки! Прекрасно! Где они? Где эта уличная зараза? Эти микробы! О! Да? Вот они! Огонь! Лету! Чтоб толку их не было! Папочка! Что? Папа! Папочка! Остань! Папочка! Остань же! Пустите! Папа! Только на плиту! Только на плиту! Папочка! Отстань, говорю! Ладно, писатель. Слышь, Петька, хочешь идти с нами на шаланде? Когда? А сейчас. Я, Мотька и ты. Под парусом. Кататься? Кататься. Хочешь? Спрашиваешь. Ну, давай.
9 и еще трошки. Ничего, поспей. Покажи. Ни лапы не купишь. Это твои? Казенные, с комитета. Слухай, матрос наш сегодня из тюрьмы бежит. Мы его встречать едем. Фу. А как же он через стенку перелезет? Она же высокая. Фу, какая. Да не, стенку Терентий подорвет. Сегодня аккурат как начнется у нашего матроса прогулка. Терентий с той стороны подпалит летит и станет ждать. Тономит как? Бабахнет. Что бабахнет? Тономит. Да не тономит, а динамит. Нехай динамит, лишь бы стенки проламывал. Ты слухай меня. Вот на место приедем, ты с Муркой на берег выйдешь. Как увидите матрос, помахайте мне платочком. Чуете? Чую. Чую. А я в шаланде ждать буду. Здорово, Гаврюха!